Суворов Сергей Романович. Родился 7 октября 1922 года в деревне Большая Вочерма Мариторекского района. 12 июля 1942 года взвод 774-го стрелкового полка проводил разведку боем переднего края обороны противника около села Агафьино. Группа автоматчиков, в составе которой был красноармеец Суворов, преследуя отходящего противника, вырвалась вперед и оказалась отрезанной от своего подразделения заградительным минометным огнем. Командир группы и другие бойцы погибли. Оставшись один, будучи раненым, красноармеец Суворов целый день до вечера вел неравный бой в окружении. Только ночью санитары вытащили его из-под вражеского огня. Около окопа лежало 22 трупа немецких солдат, а на теле бойца было 7 ран. На четвертые сутки, 17 июля, красноармеец Суворов умер в госпитале. Красноармейцу Суворову Сергею Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина.